Привет, Андрей, привет, Александр, вся команда iTuber. Только что вот я прошел обучение, пока эмоции есть, я решил снять это видео и рассказать вот, всем о том, что, ну, первое, я точно понял, что эти 3 часа я зря время точно не потерял. Походу, у меня просто уже чесались пальцы, я на соседнем ноутбуке присматривал пару графиков, и как только я заметил то, что как раз в режиме реального времени проходил, я сделал как раз покупку, и мне очень понравилось то, что у меня как раз этот альткоин полетел вверх, и вот я как раз в чате об этом сказал. Спасибо огромное, Андрей, спасибо огромное всей команде за то, что вы делаете. Это реально, ну, классное знание, классный труд. Я его прям готов сейчас уже прям применять. С нетерпением жду следующего занятия. Как у меня там полетел и кто полетел из альтов, это BTS. Я сейчас попробую показать, как это произошло и где я его прикупил. Ну, вот я сейчас на примере прям покажу, как это произошло. Смотри. Наверное, здесь будет немножко по-другому выглядеть, да, наверное, вверх ногами или как, и зеркально. Но идея в том, что я заметил, значит, вот этот резкий рост, потом немножко дождался, вот здесь произошла такая некая, название я его забыл, конечно, но такая корректировочка, и эта свеча стала больше соседней красной. И, соответственно, после этого я уже понял, что должен быть рост. Вот здесь немножко я подождал. И здесь я сразу прикупил. И сразу же пошел в этот рост. Он до сих пор еще продолжается. И уже я покупал еще за 12 копеек. И рост продолжается до сих пор. Вот, собственно, такая вот интересная ситуация произошла. Огромное спасибо. До встречи в следующее занятие.